В начале о крупном успехе сирийской армии, которая смогла прорвать осаду авиабазы Кувейрис на севере Алеппо. Правительственным силам, развивающим наступление, удалось соединиться с солдатами, защищающими важный форпост. Почти 3 года военный аэродром и летное училище на его территории были окружены боевиками, запрещенной в нашей стране группировки «Исламское государство». И, наконец, их смогли нейтрализовать. С этим успехом командование армии поздравил президент Сирии Башар Асад. Действия военных он назвал образцом героизма. Поддержку с воздуха в этой операции оказывала в том числе российская авиация. За последние несколько суток она нанесла удары по сотням объектов террористов.